«Спартак Приморья» идет дальше. В играх на вылет красно-белые оказались сильнее «Самары». Приморская команда выиграла четвертьфинальную серию с общим счетом 3-1. Очевидцем решающего матча плей-офф стал Павел Зайцев. Перед четвертым матчем в нынешней серии против «Волжан» «Спартак» был впереди 2-1 и лететь обратно в «Самару» не собирался. Приморцы были настроены завершить серию на своей площадке. Волевая победа на последних секундах в третьей игре стала залогом выигрыша в четвертьфинале. Это плей-офф, тут по-другому никак. Это необычный регулярный чемпионат, где одна игра прошла и все. Здесь команда каждый раз готовится и что-то преподносить новое, сложное. Поэтому такие игры с тяжелыми концовками. Первую четверть этой игры команды начали весьма бодро. Набрали 46 очков на двоих. Точные трехочковые Бабайлова помогли «Спартаку» выиграть этот период. Комфортного преимущества в счете не могли создать ни те, ни другие. Гости совершили рывок в конце третьей десятиминутки, а четвертая стала решающей. Прицельных дальних бросков у «Спартака» было немного, но все они были своевременными. Но даже они не могли сломить «Самару». И тогда на ход встречи повлиял шестой игрок, болельщик приморского «Спартака». В последние минуты почти вся арена поддерживала красно-белых стоя. Хочу сказать большое спасибо болельщикам. Они сегодня просто очень хорошо нас поддерживали, несли вперед. Благодаря им во многом мы и победили. Оглушительная поддержка дала силы «Спартаку», когда их не оставалось, а противника вывела из себя, заставив играть агрессивно и грубо. «Самара» опять искала виновных в поражении на стороне. Главный тренер баскетбольного клуба «Самара» Сергей Александрович Зазулин отказался прийти на пресс-конференцию. Поэтому, пожалуйста, комментарий по итогам сегодняшнего матча. Главный тренер баскетбольного клуба «Спартак Приморья» Милош Павичевич. Для этого работали год, хорошо работали, усердно. Все ребята выкладывались, клуб очень много для нас сделал. И, конечно же, мы хотели попасть в этот полуфинал. Очень сильно. И было бы большое разочарование, я прежде всего хочу сказать, даже не катастрофа, а большое разочарование было бы, если бы мы не попали в финал. В концовке «Самара» кусалась, но «спартаковцы» взяли свое. 81-77 победа в матче и 3-1 в серии. Полуфинал приморцы проведут против университета Югры и Сургута. Павел Зайцев, Денис Семисинов, «Панорама».